Здравствуйте. Как известно, футболисты Ростова приступили к работе на первом, то есть на втором тренировочном сборе в Турции. Первый в Эмиратах завершен. Могу сказать, что на нынешнем сборе необычайно плотный календарь у команды. 5 игр запланировано, ну, буквально за 10 оставшихся дней. Первый из них будет сыгран в четверг. Соперником будет Осна из Ленинградской области. Эта команда сейчас очень хорошо выступает в первой лиге, а в прошлом году она прославилась тем, что выбила из розыгрыша кубка московский «Спартак». Так что игровой практики у футболистов будет предостаточно. Не только у тех, кто был на первом сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, но и у 4 новичков. Я не могу сказать, что это новички команды. Это пока новички сбора, потому что новичками команды они станут лишь после того, если Курбан Бекевич Бердыев найдет необходимым включить их в заявку нашей ростовской команды. Эти 4 игрока, 2 нападающих, 2 защитника, молодые ребята от 21 до 24 лет. Бедыев их неплохо знает, потому что все они выпускники, если так можно сказать, татарского футбола. Они выступали либо за молодежную команду «Рубин», либо за «Рубин-2». Но ребята интересные, иначе бы их сюда, в Турцию, не пригласили. Подъем у команды 7:45 утра, завтрак, тут же теоретическое занятие, потом тренировка, закрепление, что называется, на практике, то, что получено на теории. После тренировки обед, небольшой отдых, и вечером снова тренировка и опять теоретические занятия. Причем теоретические занятия носят различный характер. Иной раз они для всей команды, а иногда исключительно для защитников или нападающих, или группы атаки, или группы... Это достаточно такой новый элемент для ростовской команды. Впрочем, здесь все новое, все, что связано, и новый тренер, и новое содержание тренировок, и то, что столько теорий, тоже для футболистов Ростова, которые в последние годы защищали цвета донской команды, достаточно непривычно. Надо сказать, что очень много внимания Бердыев уделяет упражнениям тактического толка. Буквально каждый день, буквально на каждой тренировке есть такие упражнения, и Курбан Бекевич очень внимательно следит за тем, как они выполняются. Он не просто дает упражнения, мол, делайте, ребята, а я посмотрю, как у вас это получится. Нет, он внимательно смотрит, свистком останавливает то и дело, если игрок неправильно выполняет то или иное задание, поправляет его, упражнение повторяется, и затем опять может последовать свисток, и так до тех пор, пока тот или иной тактический прием не будет отработан, ну, я хотел сказать, до совершенства еще далеко, тем более, что впереди еще 10 дней нынешнего сбора, а потом еще один двухнедельный турецкий сбор, где как раз команда должна и физически, и психологически, и тактически завершить свою программу для того, чтобы вступить в весеннюю часть чемпионата. Еще раз повторяю, подготовка это очень тщательная, недаром дважды и в Дубай, и вот сейчас сюда, в Белег, приезжали австрийские специалисты-ученые. Они специально тестировали команду для того, чтобы тренерский штаб во главе с Бердыевым знал персонально потенциальные возможности каждого игрока и от этого
строил тренировочную программу. То есть какие нагрузки могут выпасть на плечи того или иного футболиста. По силам ему с ними справиться или нет. В общем, вот такой научный подход. Плюс, конечно, высочайшая квалификация главного тренера настраивает в этот солнечный февральский день в Турции на оптимистический лад. Естественно, Курбан Бердыев меняет состав, ищет оптимальный. Не так много классных, я бы сказала, футболистов в его распоряжении, но каждый может стать классным под руководством хорошего тренера. Что же за человек Курбан Бердыев, который на протяжении долгих лет не говорит? Только в самом начале своей тренерской деятельности он разговорился и объяснил свое видение футбола, свое видение человеческих отношений в команде. И еще раз говорю, я сейчас работаю главным тренером, приглашаю того или иного игрока, я изменяю его судьбу, то есть жизненный путь. Проходит по флангу проходит, все, мы туда несемся в штрафную, думаем, сейчас подача замыкать. Он останавливается, защитник, по-моему, вот у них, если память мне не... Яшар Вахабзаде у них играл вот здесь. И вот Бекеш, у него же он с места начинает, и вот эти вот его движения, оп, убирает. Ладно, тот раз это... Ну, думаем, будет подавать. Опять там стоим, позицию, борьба за штрафную. Он раз опять под себя уходит, опять стоит. И вот он его, ну там будет так говорить, ну, наверное, секунд 15 он его вот таким своим финтом его туда, там так его бедного загонял, мы уже там стоим, плюемся, думаем, когда же он будет подавать. Был такой случай, когда меня пригласили в команду мастеров, я, ну, фанат был от футбола там. И после одного из матчей тренеры идут впереди меня, меня не видят и говорят, ну, Бердыеву надо заканчивать, он уже не футболист, ему надо завтра сказать, что, чтобы он больше вообще не приходил в команду. И вот что-то во мне вот перевернулось, и я решил доказать им, что они не правы. Внутренний вот этот стержень, который был передан от предков, да, не ломаться в трудных ситуациях, вот это пригодилось, потому что вот это было определяющим. Если бы не было бы вот этого стержня, да, я мог бы действительно руки опустить и согласиться с их мнением. И когда я пишу пожелания болельщикам или своим друзьям, веры, терпения и стойкости. То есть стойкости в такой сложный минут, потому что я через это сам прошел, как игрок и как тренер в том числе. Кстати сказать, в Ростове есть футболисты, которые играли вместе с Курбан Бекеевичем Бердыевым. Вот что они говорят о том, каким футболистом был главный тренер футбольного клуба Ростов. Сергей Сергеевич, вы с ним играли? Да, это же последние годы мои были. Он за Калхасчи играл, Ашхабад. И мы с ними встречались, и мне пришлось поиграть с ним. Такой шустрый был, малый. И довольно техничный. Довольно техничный, шустрый был такой. А есть у вас микрофон в руке, да? Есть, есть. А, повыше, да. Да. Поэтому я его знал давно. А потом видел, конечно, когда он за «Скай» играл, за «Сельмаш» здесь. Ну, как, что Но может... Но вы его обыгрывали хотя бы, или... На первом этапе, когда он молодой был, да, обыграл. А потом уже не мог. Угнаться? Да, 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 да. И вот здесь кайратовцы проявили свой бойцовский характер, завидную волю к победе. Одержали победу со счетом 2-1. Поздравляем кайратовцев с успешным началом сезона. Курбан Бекеевич привез с собой команду, состоящую из 7 специалистов.
Они работают вместе с ним. Более того, по словам нашего Виталия Дьякова, эта группа тренерская, я имею в виду, работает так точно и выверенно, что Дьяков размечтался. Если бы так играли наши футболисты, то, наверное, мы бы побеждали без сомнения. Каждый знает, что ему делать. Я имею в виду тренерский штаб. Секунда в секунду. Вот видите, все правда. Попробуем узнать, что за 7 человек приехали с Курбаном Бердымом? Если получится, конечно. Это загадочная тренерская группа. Специалист, имеющий немалый европейский опыт, Иван Альбертович Данилямс. Провести красную линию, что футболистом только в том случае ты можешь стать, если ты будешь культурным человеком, если ты будешь хорошим другом, если ты сможешь держать удары, если ты сможешь выигрывать и проигрывать. Этим всем принципам нужно научить, пока он молодой человек. И вот этим делом мы занимаемся в нашей школе. Иван Альбертович успел поработать и со взрослыми командами на уровне сборной Молдовы, и с детскими коллективами в Австрии. Копировать кого-то – это значит уже заведомо быть вторым. Потому что если ты ориентируешься на что-то, ты уже во след идешь. То есть если взять наших, предположим, лучших наших фигуристов, лучших наших того времени, моего времени хоккеистов, или взять балет наш и так далее, мы никогда ни на кого не ориентировались. Иван Альбертович полагает, что не стоит копировать европейских коллег. Надо лишь творчески использовать их опыт и идти своим путем. Вот я бы пожелал, чтобы... Что бы ни происходило там в клубе, да, как бы команда ни играла, вот, чтобы болельщик, ведь он болельщик когда? Не тогда, когда все выигрывают, когда команда только выигрывает. Когда команда выигрывает, понятно, что все приходят, все радуются. А вот когда трудно поддержать, это вот те болельщики есть. Да. Я бы хотел, чтобы, вот, во-первых, они поддерживали команду в трудную минуту. Их поддержка очень важна. Да. Вот, ну и, наверное, позитива во всем, жизнь она такая непростая, чтобы во всем люди находили позитив. Я так, то, что я думаю, вот сейчас от души я сказал. Самое главное быть в футболе. Не рядом, не около, а именно если работать с душой и по-настоящему отдавая себя. Работы у Бердыева очень много. Главное, чтобы финансовая составляющая клуба пошла, так сказать, вверх. Разговоры разговорами, а дело делом. А вы тоже против Бердыева играли? Не, я не играл. Нет? У нас не та эпоха. Поиграл. Я когда работал в Нижнем Новгороде, он как раз Рубин принял. Приезжал в Нижний Новгород уже во втором круге. Ну, мы с ним встречались, я приходил в гостиницу, беседовали перед игрой. Хорошо знаю его по работе в Смоленске, когда он начинал там. Ну, его работа, она видна. Два раза выиграет Россию, даже республики. Да, да, да. Ну, на слуху у всех Барселона. Да, да, и обыграет такие великие клубы. Вот. А в Рубине защита была не из самых слабых. И в этой ситуации, я думаю, что, возможно, играя от защиты, где-то от обороны, мы найдем свой стиль, вот, свою игру поймаем, вот, и начнем, наконец, уже занимать то место, которое мы должны занимать. Лично, что касается меня, я Бердыева лично не знаю, вот, мы с ним не знакомы, но впечатление у меня об этом специалисте очень хорошее. Мне лично, вот, как специалист, он очень импонирует. Его вдумчивость, его спокойствие. Сейчас как раз тот самый период, когда нам нужно именно спокойно заниматься своим делом, спокойно наладить свою игру, выбрать свой путь. Ростов Тайм 3 ждет хоть каких-то известий оттуда, из Турции. Будем надеяться, что там тепло, что там хорошая погода, нас хорошо кормят, нас-то с вами нет. А вот футболистов, да, и они набираются сил для того, чтобы уже 8 марта стартовать во второй части чемпионата. Кстати сказать, 8 марта мы принимаем московский «Локомотив», а его возглавляет, как известно, Миадрак. Боже, ничего, ты посмотрим, что из этого получится. Я желаю вам всего доброго, до свидания.